Дорожные полицейские теперь под присмотром большого брата. Ивановских инспекторов ГАИ начали оснащать персональными видеорегистраторами. Напомним, во всех патрульных автомобилях автономная система видеонаблюдения работает уже больше 2 лет. Теперь маленькие камеры будут и на каждом полицейском. Система слежения носит название «Дозор». Этот прибор размером со спичечный коробок крепится на форменную одежду стражи правопорядка и работает непрерывно в течение дежурства. Снимать его запрещено, удалить запись невозможно. В целях противодействия коррупции оснащать российских дорожных полицейских портативными камерами наблюдения начали еще в 2016 году. До Иваново прогресс дошел только этой осенью.